Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости из SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Первый видеорепортаж в этом году, я надеюсь, вас обрадует. И он со строительной площадки, где продолжается возведение нового производственного здания закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Мой сегодняшний собеседник – руководитель строительства Олег Анатольевич Куделко. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, когда началось возведение этого корпуса? Значит, строительство объекта началось с середины августа месяца, земляные работы. Продолжалось производство работ по устройству фундаментов, сентябрь-октябрь месяц, ноябрь. И в декабре мы приступили к возведению основных каркасов из металла и из кирпичной кладки. Поэтому, собственно, то, что надземная часть, мы видим, работаем чуть больше месяца. Здание представляет собой производственный корпус в металлическом исполнении и административно-бытовой корпус в кирпичном исполнении. Ну вот первый этаж, он уже возведен, еще два этажа. В планах строительства у нас на сегодня завершить в феврале месяце возведение надземной части здания коробки производственного цеха и здания БК. И уже где-то с начала марта месяца у нас начнутся работы кровельные, работы отделочные. И в планах окончания строительства июль, начало августа. Олег Анатольевич, вы уже начали разговор на эту тему. Скажите, пожалуйста, чем была вызвана необходимость строить новое производственное здание? Это вызвано необходимостью для ЗАО «Струнные технологии» переход на серийное производство комплектующих и транспортных средств. Ну, насколько мы знаем на сегодня, что опытное производство уже дошло до такой степени, что готово приступить к производству типовому. Мы знаем о том, что в стадии заключения и контракты. И понятно, что потребность струнных технологий, выхода на рынок диктуется, конечно, и ростом производственных мощностей собственного производства. В связи с этим вот этот объект, он и предусматривает собой сегодня первые шаги в этом направлении. По качеству, по срокам все идет как запланировано или есть какие-то там отклонения? Все-таки много праздников было. Ну, работы ведутся в строгом соответствии с графиком. От каких-то отставаний на сегодня мы не видим. Значит, с учетом погодных зимних условий мы учли в своих графиках эти нюансы. Поэтому работаем мы сегодня нормально, в графике, напряженном, надо сказать, но в графике. Спасибо большое. Желаю нам всем успеха. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект. И в начале каждого года вас будут ждать приятные новости. Строй SkyWay! Спасай планету!